Как гости наши спешат, гости у нас серьезные. Академик Микарчан опять медленно движется, наверное, в сторону студии. Ну, по понятным причинам, потому что ему, он обиделся просто, на самом деле, ему не досталась путевочка вот в Дубае, потому что он прошляпил момент, все путевки уже проданы, дорогие друзья. Академик что-то жует, что ты жуешь? Как кот чешешься. Итак, доброе гостях утро. У нас, доброе утро. У нас на сегодня замечательные люди из агентства Armenian Adventures, директор агентства Самвел Синанян и менеджер по туризму Лилит Харатян. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, как настроение у вас? Отлично. Все хорошо. Так, ну, рассказывайте, как дела в Armenian Adventures, чем порадуете нас, у вас есть Кавказ, в принципе. Armenian Adventures делится на туристическую, делится на гимназию, есть базар, пашут, мальчики, хоккейберин. То есть совсем молодые. Мег Тарин Артем. Так. Мерин Кедисуна Бахуна Ева, Сагина Туризмов, Гирна Гина Туризмов. Мег Тимсон Тунесин, Аястан Аратисан, Караван Саман Тунас, Ирака, Айн Угутуна, Кататан Сан, Тор, Эксер Аястану Заргас, Мед Туризма, Мед Гина Туризма. Ես հենց հիմնադրման սկզբից մենք ձեռնամուխ եղանք, որպեսզի կարողանանք տարբեր երկրներից տուրիստներ բերել Հայաստան, ինչպես նաև Հայաստանից տուրիստներ ուղարկել Արտերկրից։ Но пока больше уезжают или приезжают все-таки? Ավելի շատ հիմա գնում են, բայց ունենք նաև որոշակի հոսք արտասահմանից, հիմնականում Ռուսաստանից։ Какие самые большие проблемы, которые препятствуют большому потоку туристов в нашу страну? Հիմնական պրոբլեմը ասեմ, որ ավիատոմսերի բարձր արժեքն է, ան նաև ընդհանուր խնդիրներ կապված կոմունիկացիաների, ճանապարհային նշանների և այլ խնդիրների հետ, որոնք բազմիցս քննարկվել են, և ես կարծում դրանք գուցմամբ փուլում են։ А вот туристические агентства, вот есть, например, какая-то коалиция туристических агентств, которая бы боролась за свои права, там, предъявляла бы правительству какие-то требования или нет? Чем кажется? Есть поменять депостен дефендеман. Но это же было бы правильно, наверное. Я ухтелихамар нужно, в общем-то. Я ухтелихамар пайкарен. На самом деле, вы знаете, это же до абсурда доходит. Вот, например, когда едешь в массив, есть, значит, указатель, который там Гарни и Мегри. Вот. То есть это совершенно два разных направления, но жители Еревана, предположим, знают, что если очень долго ехать через все массивы, проехав 6, 7, 9, потом в конце концов можно выехать, конечно, на Гарни, но по такой же теории, если очень долго двигаться в любую сторону, можно, например, в Северную Америку. Конечно, попасть в Китай, например. Да. В общем, проблемы большие, и даже местные жители с ними сталкиваются. Действительно, у нас очень сложно ориентироваться, потому что нет указателей дорожных, а нет разметки дорожные. Да. Ну и, наверное, турагентства должны как-то способствовать тому, чтобы что-то менялось в этой сфере. Или все-таки мы говорим, пускай правительство этим занимается, а мы вот будем сидеть и Я не только к вам обращаюсь, я ко всем турагентствам и людям, которые занимаются туризмом в Армении, обращаюсь. Вот давайте об этом и над этим подумаем. Я хочу задать вопрос Лилит. Лилит, скажите, пожалуйста, как ваши легендарные туры в Дубае в этом году продавались? Мы так долго и подробно всем рассказывали. Музыкальным оформлением даже, да. Да, конечно, Микарчан джингл придумал даже для Armenian Adventures. Итак, что с Дубаем в этом году? Բավականին բուրըն հոսք ենք ունեցել դեպի արաբական ամուսնություններ այս տարի, չնայած որ ամառը Երևան օգոստոս դեռ էլ ավելի շոգ, բայց միևնույն է, մենք բավարարել ենք բոլոր հաճախորդների թե բոլոր ցանկությունները. Համենայն դեպս բուրըն օգոստոս ենք ունեցել, լավ սեպտեմբեր, ու վստահ ենք, որ այդպես էլ պետք է շարունակենք, քանի որ մենք ունենք սկզբունք մի հաճախորդի համար տրամադրել, ծաչարվել, այնպես ինչպես որ քո համար դուք աշխատես, և մատուցել բոլոր հնարավոր մատչելի տարբերակները։ Отлично. Ну, я думаю, что история с Дубаем будет продолжаться, потому что в Дубае можно отдыхать и зимой, на самом деле. Ну, на самом деле, вообще, сейчас-то вообще шоколадный сорт. Да, отлично. Я хочу спросить, вот одно направление дубайское вы уже как бы
оформили, переварили, понимаете, что все хорошо, народ пошел, рекламная кампания прошла на ура. Какие-нибудь другие направления на следующий год планируются? Մենք արդեն ունենք նոր պայմանագրեր, Արմենիան Բենքերս ընկերությունը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմին պատկանող Տագոմիս առողջական կենտրոնի պաշտական ներկայացուցիչը Հայաստանում. Это легендарный Дагомыс, который в советское время можно было попасть только по блату. Որը ժամանակին համարում է Սովետության ամենահայտնի և որակյալ հանդիսան առողջական կենտրոնը. Հիմա նորից այն ամբողջությամբ սկսեց վերակառուցվել է, ես հանդես եմ գալիս որպես առողջական կենտրոն, ոչ միայն ծովափնյա հանգիստ են առաջարկում, և ասեմ, որ շատ մատչելի. То есть цены не кусаются, потому что обычно, когда говорят Сочи, Дагомыс, мы сразу понимаем, что лучше поехать в Европу по таким ценам. Че, мы к Дагомысу, Армен Адвенчурс, интересно, Дагомыс Араджарку, у нас Норт Арбак Хатет Нерумен, Уронг Вейсора, мы к Араджарку, мы к Этхум Евсену Дол, Евсена Хамельков, Араджарку, мы к Авели Эжан, там Викаржина Европа и Мэк Томсе, Авиатомсе. То есть в этом году половина Еревана будет отмечать Новый год в Дагомысе. Ну, где-то так. Хочешь подработать с ним, Урочка? Конечно, самый страшный. Конечно, конечно. Помните, фильм такой был «Зимний вечер в Сочи». Вот как раз вот. В Гаграх вообще. Ну, в Гаграх, конечно. Ну, где-то там. Хорошо. Дагомыс, а что еще? Что вы планируете на следующий год? Или пока нельзя раскрывать планы и тайны, чтобы, дай бог, конкуренты узнали. Мьюз, а вы ли, это спит Араджатный мастер, хотел спандить на Джаманак. Хорошо, хорошо. Ну что ж, спасибо большое Савелу Синаняну, директору Armenian Adventures, и очаровательной Лилит Харатян, менеджеру по туризму. Мы вам желаем удачи, успехов. А давайте сотрудничать и дальше. На самом деле, нам тоже очень понравилась рекламная кампания. Мы безумно рады, что благодаря нашим с академиком каким-то знанием про Дубай, и очень много людей заинтересовались. Мы уже знаем про Дубай практически все. Да, да, да. Да. Можно и не ехать. Осталось посмотреть. Потрогать. Ну и еще раз, пользуясь случаем, хочу напомнить, что пару десятков лет назад в Дубае тоже не было туристов. И на самом деле там очень серьезно к этому отнеслись. И на уровне правительства, и на уровне туристического бизнеса. Поэтому я надеюсь, что и в нашей стране будет вот такой же туристический бум, и огромное количество людей будет приезжать в Армению, потому что меня сегодня, честно говоря, больше волнует туризм внутренний, потому что показать нам есть что, конечно же, туристам, которые к нам приезжают, но вот инфраструктуры, гостиницы, авиаперелеты, трансферы, это пока что, к сожалению, не все на 5 звездочек. Ну и в конце концов реклама всего этого. Вздохнул академик Микорчан с тоской в голосе. Ну что ж, рекламой займемся мы, а туристами пускай занимается агентство Armenian Adventures. И всем будет хорошо, и всем будет шоколадно. Алена Левченко, видимо, что-то хочет вам сказать важное. Вместо того, чтобы сказать что-нибудь важное, могла принести бутерброди какой-нибудь голодным радиоведущим. Уходим на песню. Спасибо Самвелу и Ирине. Удачи, успехов, ну и фотографии на память во время песнопения Бруно Марса. Доброе утро. Доброе утро.